Привет, Легомены! С вами я, Игорь Левичев, и сегодня у нас заключительное последнее видео моего двухнедельного Лего-марафона. Спасибо большое, друзья мои, за то, что вы всегда оставались со мной и смотрели все мои ролики. Если вы что-то пропустили, то всегда вы можете найти весь мой марафончик в отдельном плейлисте, который высветится сейчас в правом верхнем углу в подсказочке. Обязательно посмотрите еще раз все видео, если вы смотрели, пересмотрите, если не смотрели, то просто посмотрите. Итак, не забываем, конечно же, о конкурсе, о котором вы также можете узнать подробнее в подсказочке, высветившейся, и о котором я говорил в одном из моих видосов в марафоне как раз-таки. Сегодня должен был выйти обзорчик на вот этот вот наборчик по Лего супергероям, потому что я вроде как говорил в самом первом видео марафона, что у меня будет обзорчик на супергеройский набор, но я решил его перенести на вторник. Он уже выйдет по моему постоянному расписанию видосов, а именно у меня будут видео выходить во вторник в 6 часов вечера и в пятницу также в 6 часов вечера, то есть каждый вторник и пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Так что ждем обзорчик на этот наборчик, я никак о нем не забыл, просто решил немного сместить расписание. А сегодня мы посмотрим на мою распаковочку новых заказиков. И начнем мы с большущей карабинцы, а потом я вам покажу еще маленькие посылочки, но я случайно удалил видосы с камеры, на которых я распаковываю, в общем-то, вскрываю упаковки всех моих вот этих вот, в общем-то, посылочек, которые вы увидите после большой коробища. Вот, так что посмотрите уже только на само содержимое, что там, в общем-то, было. Вот, я просто чистил камеру и случайно удалил видосы, думал, что я их уже смонтировал. Да. Ну ладно, неважно, погнали смотреть видосы. Йоу! Вот такая карабинца мне пришла, которая даже не влезает в лайтбокс, точнее в кадр в лайтбоксе, поэтому распечатываю ее так. В общем-то, чем мы ее будем спаривать? Ножичком или ножницами? Не знаю, давайте ножницами попробуем. Они более крепкие. Так. Вуаля! Окей. Так, буду доставать. Фу. Первым делом это микрофайтеры. Все наборы вот в такой вот пленке пищевой. Покажу вам чуть позднее, это все поближе. Так, здесь у меня несколько микрофайтеров. Есть шаттл креника, это все четвертая серия. Шаттл креника, Ю-крыл. Брал наборы ради мини-фигурок по привлекательной цене. Так, и еще один микрофайтер, это 75162 Y-Crew. Так, далее тут у меня батлпаки, три батлпака вот таких вот с клонами и джедаями. Так, все в полной комплектации вместе с фигурками и вместе с постройками, также с коробками и, ну, в общем, совсем. И с инструкциями тоже. Стоп, а они... Погоди-ка. Они вообще запечатанные, нифига себе. Я думал, они открытые, собраны на раз, а они, оказывается, вообще полностью запечатанные. Даже вот этот, по-моему. Стоп, а что, микрофайтеры тоже? Я думал, я покупаю все БУ. Офигеть. Я купил новые наборы, я думал, это БУ. Ха, жестко. Вот это да. Круто, тень. Так, этого я реально не ожидал. Так, и вот тут вот, так, еще у меня здесь есть вот такая вот мини-фигурка по Лего Бэтмену из первой серии. Здесь лежит Кэтмен. По крайней мере, так подписано, ну, потом распечатаем, посмотрим, так ли это. Так, еще у меня здесь есть вот такой вот журнал по Лего Ниндзяго. Написано, что 300 рублей, на самом деле, я, по-моему, его за 100 рублей взял. Вот, у того продавца, которого брал. И я его взял ради мини-фигурки Коула. Коул, по-моему, да, черного ниндзя зовут. Вот, потому что у меня племянник увлекается Лего Ниндзяго, ему не хватало как раз черного ниндзя. И, ой-ой, скотчик, ой, скотчик. И вот тут вот, в комплекте ко всему, лежит коробочка какая-то. Я не знаю, что за коробочка. Интересно посмотреть, что в ней, но вроде как какой-то плащик. Так, какой-то плащ, по крайней мере, в таких коробках леговцы обычно кладут плащи. Что запихнули мне, пока неизвестно. Сейчас распакуем, может быть, какой-нибудь бонус, сюрпризик, не знаю.
Было бы неплохо, конечно. Так. Но не факт. По крайней мере, все, что я заказал, я уже достал из коробки. И... Да. Здесь плащик от Борис Офи. Может, я все-таки ошибаюсь, они все-таки... Ну... Вот этот бринчит как бы ушный, так что, скорее всего, он открытый. И это, наверное, плащик от Борис. Не знаю. Не знаю. Будем сейчас вместе с вами распаковывать и все узнаем. Но если наборы реально новые, то это просто офигеть. Вау, круто. И вот все, что мне пришло из этой коробочки, а также вот этот вот журнальчик по Лего Ниндзяго с мини-фигуркой Коула. Прикольно, я даже не знал, что все запечатано. Реально все запечатано, я перепроверил. То есть это абсолютно новенькие наборчики, которые я приобрел по очень-очень низким ценам. И вот все, что я сегодня распаковал. Разные мои обмены, заказы и так далее. Все целиком. Все здесь расставлено. Пока что наборы еще не распечатал из большой коробки. Однако, я думаю, вы и так можете представить, как все это будет выглядеть в собранном состоянии. Три микрофайтера, три батлпака, мини-фигурка Кэтмена. Надеюсь, что продавец не ошибся в том, что там Кэтмен. Крутой журнальчик. Ну и, в общем-то, вот все. Да, кстати, вот это все-таки здесь вот в этой коробочке маленькой лежит плащ. По-моему, от Борис Офи. Я не знаю, зачем он здесь мне нужен, но, видимо, нужен зачем-то. Не знаю, короче. Просто так закинули в коробку. Но самая классная мини-фигурка, на мой взгляд, это все-таки Танос. Реально очень прикольный цвет его кожи. Классный такой оттенок. И еще, конечно же, мне нравятся патрульные штурмовики и штурмовик с Мембана. А какая мини-фигурка из приведенных на экране вам нравится больше всего, пишите в комментариях к этому видео, друзья. На этом все, друзья мои, всем спасибо за просмотр. Еще раз хочу вам показать все мои мини-фигурки из, в общем-то, тех заказов, которые, распаковку которых я случайно удалил. Здесь у меня обмен на Таноса, я обменял какую-то свою фигурку по Звездным Войнам, тоже такую, ну, дорогую достаточно, на этого Таноса. Затем 4 фигурки по Звездным Войнам я тоже обменял на 2 какие-то другие фигурки. По Звездным Войнам, по-моему, тоже. Здесь он у меня стоит Коул из Ниндзяго, как раз таки из журнальчика, который я уже распаковал. И вот это вот, это был один большой огромный заказ, ну, достаточно огромный, да, мини-фигурок по Звездным Войнам. То есть здесь у меня 3 заказа и еще плюс 4-й заказ — это коробочка, которую я при вас распаковал. Такое вот видео получилось, да. И, кстати говоря, для Таноса у меня даже есть перчатка бесконечности, которую я вам показывал в одном из моих предыдущих видео. Отдельно ее тоже покупал. Так что этого Таноса по войне бесконечности я могу теперь дополнить еще и перчаточкой. Классно, супер, круто. Такое было видео. Всем спасибо за просмотр. И я рад, что у меня произошел такой глобальный марафон на моем канале. Спасибо за то, что смотрели. И не переживайте. Если будете ставить очень много лосев на мои видосы, то, конечно же, марафоны будут повторяться. И уже в своем предыдущем видео я сказал, что рассчитываю делать один марафон раз в 2 месяца. Но, скорее всего, это будут недельные какие-то марафоны на определенные тематики. И обязательно не забывайте подписываться на мою группу Лего ВКонтакте, SuperLegoMan444, официальная группа, ссылочка на которую всегда есть в описании к этому видео, потому что, скорее всего, как раз-таки в ней я и буду проводить какие-нибудь опросы на лучшую тематику для марафонов будущих, в общем-то, вот, там будем выбирать марафоны, какие я буду снимать. Такое было видео, всем спасибо, такой был марафон, спасибо, что были со мной, ура, друзья, товарищи, закончили. Всем спасибо, увидимся во вторник, пока-пока, по расписанию, пау!